Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю прохождение Anno 1800 со всеми дополнениями на уровне сложности эксперт. В прошлой серии у меня началась эпидемия, и я долго ждал возможности построить больницу. И вот сейчас я хочу вам сказать, что я много вам рассказывал о том, что надо много строить зданий на добычу ресурсов, и сам своим же советом пренебрег. Так что ставим еще песчаный карьер, в любом случае. Еще стекольную фабрику надо ставить. У нас мало окон. Я откровенно отставал из-за того, что у нас мало окон было. Поэтому надо еще стекольную фабрику и еще сейчас будем... Ну да, наверное, тут ставлю. Так поставлю. Да, блин, только надо в режим чертежа переключиться. Тут дорогу проведу. А с кем я там воюю? Я ж вроде ни с кем не воюю. А, это этот пират с этой стороны. Так, мы должны, по идее, его убить. Я надеюсь. Это плыть, что ли? Блин. Больно, я не хочу линкор терять. А у него, кстати, не линкор, и у него... Я не могу тут обломки подобрать. А он еще с кем-нибудь воюет, кроме меня? Блин, вот он. Ага, еще с бабулей воюет. А где бабуля? Блин, ну... Блин, ну что, я линкор потеряю, что ли, на ровном месте? Вот занимался... Вот я говорил в обзоре, что занимаешься развитием, и тебе вот такая херня начинает происходить. А, все, хрона линкору, зашибись. Так, как тут быстро переключаться? Ладно, потом посмотрю. Кто-то должен был принять удар. Иди ты в жопу, чмо тупорылое. Так, и мне надо две... оконных фабрики. Еще. Вот здесь пока вот так поставить. Так. Так. Оконные фабрики работают. Ага, у нас не хватает рабочих. А, не рабочих у нас не хватает, потому что у нас эпидемия. Ну, лекаря мы поставили. По идее, должна исправиться эпидемия. Что у нас тут по квестам? Здесь надо выполнять квест этот. Координаты приняты. А, это что за задание? Я могу не успеть это задание выполнить. Не будете медлить, успеете отлично. Так, новое задание взял. Дальше... Тут что-то еще выполняю. Тут какой-то вроде квест, нет, или мне кажется? Ну, с этими пиратами я перемирие заключил. Клипер неуязвимый. У меня два клипера и флагман. Так, надо строить линкоры. Два линкора. В очередь. Так, начинают выздоравливать вроде как жители. Блин, надо восстанавливать здание. Вот это, кстати, причина, почему надо районы огораживать вот так вот. Меньшим количеством. Потому что, видите, я тут не могу восстановить, пока здесь все еще идет эпидемия. Я не могу восстановить здесь здание. А здесь могу. Здесь, правда, уже тоже закончилось. Игра
Так, 2 минуты. Ваш город стал выглядеть хуже. Галерею озарил. Так, куда дальше? Флагман к вашим услугам. Видимо, вот на эти, к этим двум надо подплыть, сейчас будет быстро. Так, там экспедицию, уведомления. Я буду сейчас, наверное, линкоры на тот, в Новый Свет отправлять. Потому что у меня там... Ну, я 2 острова заселил. Вообще надо тут развиваться. Во-первых, поставить покупку дерева. Пока. Купить. Как неожиданно. Так, возвращаемся обратно в Старый Свет. Куда дальше? Не хватает рабочей силы. Проливай! Да, я знаю, что не хватает рабочих сил, но сейчас они тут восстановятся, и будет хватать все. Ну вот это, конечно, эпидемия меня подкашивает, серьезно. У меня сейчас будет недостаток в ресурсах. Тут, кстати, надо улучшить порт. Вот тоже, опять же, нехватка окон. Я не могу порт улучшить, а это, ну, собирается меньше ресурсов, соответственно. То есть я там потерял какое-то количество досок сейчас. Пока. Так, где там корабль плывет? Успею, не успею. Мне Гаспарова очень важно выполнить задание. Ну, конечно. Флагман ждет указаний. О, нет, все, не успеваю. Жопа. Да. Как бы мне Гаспаров теперь еще войну не объявил. В общем, у меня тут... Имеются проблемы. Мечты миллионов разбиты. Ну, минус 2, это не так страшно. Ладно, пошли это задание выполнять. Штурман! Больше вроде квестов тут не видно, да? Да. Так. Что душа у нас? Жаждет самовыражения. Тут не хватает универа и шуб. Шубы мне надо на втором... Вот на этом острове. Это мой остров вообще? Да, это мой остров. Тут у меня поставлена покупка. Вы верный слуга империи. Так. Вести сюда. Какая у нас цепочка для шуб вообще? Она в Новом Свете, надо будет ром делать. Что шубы три... А, блин. Это тоже в Новом Свете надо делать. Так, ладно, значит, пока мы этот... Ну, вообще, можно начать этот остров развивать в том плане, что жителей здесь поселить хотя бы. Почему нет? И небольшую... Ладно, давайте пока... Рынок поставим. Сели в лужу? Что ж, со всеми бывает. В смысле сел в лужу? Аж не понял я. Чё-то я не въехал, как я сейчас провалил задание, честно говоря. Вообще какой-то бред. Ладно. Так, ремонтный кран здесь стоило бы построить. Так, улучшаем порт, во-первых. Так, возвращаются рабочие постепенно. Ремонтируем. Здания были разрушены из-за того, что жители, которые в них жили, умерли. Так что... Я их понимаю. Такая эпидемия...
Кайпи. Так, для универа требуются окна. Ну вот, я немножко затупил с окнами. Так, тем не менее, на этом острове ставим жилье. Одну производство леса сделаю. Поставим доски больше 50 здесь продавать. Кормит хотя бы. Так, не паба, тут для паба 150 требуется. Ну ладно, пускай пока доски собираются. Возвращаемся в мой основной город. Ну, уже буквально чуть-чуть осталось вылечить всю эпидемию. Дороги тут везде проведены, которые рядом с домами были. Да, вроде да. Что с линкорами? Нехватка рабочих. Вот здесь как раз нехватка рабочих. Когда мы продолжим? Так, что у нас вообще по ресурсам здесь на данный момент? Пожар вышел из-под контроля. Ни хрена себе. Хотя у меня тут пожарная служба есть. Не, ну тут должны потушить. Тут вроде все путем будет. Консервный завод. Минус одна рыба. Все остальное в плюсе пока. Ага. Так, значит, эту давайте рыбу запустим снова. И... Думала, по миру пойду. Так, картошку мы отменим продажу. Рыба подзаканчивается. Так, шнапс продается. Это продается. Кирпичи, колбаса, хлеб давайте, если больше 50, пускай продается. Мыло стоит на продажу. Пиво повыше немного, пускай больше 70 продается. Так. Консервы тоже повышу, больше 50. Все, возвращаемся в новый свет. Тут квесты не появились никакие. Вроде нет. Так, развиваем новый свет. Да, только проблема в том, что нам тут не привозят досок для его развития. А рыночек работает. Нам тут, конечно, надо еще... Блин, тут реально доски нужны. А я не могу их добывать, потому что у меня нету жителей здесь. Ну, вообще... Угу. Клипер. Так, мне надо... Сможешь сделать это и не ныть? Ну, давай, что тут за задание? И бабуля какое-то задание здесь дает. И это тут какое-то задание дает. Вперед! Светлому, только никому. Бабуля что? Многие не знают. Я буду ждать. Так, уничтожить фрегат, плавающие обломки. Игра сохранена. Зловещий кусок мяса, а тут плавающие обломки. Так, кто-нибудь продает?
А, вот, по-моему, тут нет, да. У нас нет торгового соглашения. Я могу только у этой чувихи что-нибудь покупать. Вы здесь, чтобы помочь? И она не продает дерево вообще никакое. То есть мне надо будет построить линкор и со Старого Света везти сюда доски. Только так. Штурман. Ну и фрегат уничтожать тоже линкором надо. Ладно, возвращаемся в Старый Свет. Стараешься творить добро. Быстро я тут груз собрал. Так, куда везти? Сюда. За штурвал. Соперник основал поселение. Все, кажись, закончилась эпидемия, нет? Нет, еще тут. Еще буквально один дом, да? Кстати, давайте здесь дорогу проведем. Так. Из-за эпидемии здание в городе. Все, вот теперь эпидемия точно закончилась. Когда вот это сообщение проходит, значит, эпидемия завершилась. Так, а что у нас тут с пожаром? Пожар нанес городу. Кирпичный завод только пострадал. Отлично. В принципе, все неплохо справились. Так, теперь смотрим по ресурсам. Рыба восстановилась. В ноль, во всяком случае, мы идем, нет? Да, один. Шнапса ноль. Угу. Все отлично. Отлично. Так, еще швейные машинки можно продавать. Ну, во всяком случае, поставить на продажу, только когда их там накопится. Ну, это на будущее там больше. Их, кстати, немного потребляют. Поэтому там, да, давайте больше 30 поставлю на продажу. Так, что здесь для улучшения? Надо просто еще одну. Есть! Может, слушайте, может, на флагмане привезем уже ресурсы, потому что линкор еще тут долго ждать, а флагман надо уже везти сюда услугам. Инструменты. Давайте. Значит, 100 досок сделаем и 50 кирпича. И поехали в Новый Свет. Там еще удобно, я заселил, кстати, острова. Это удобно в том плане, что я вот буду здесь появляться, и сразу мои острова будут. То есть этот пират не особо должен мне мешать. Радуги! Ты все еще ничтожество. Так, отлично. Тело без головы, ужас. Фига себе. Какая странная история. Соперник основал поселение. Штурман. Так, поплыли. Как раз я мимо проплыву здесь. Мимо пиратов они не помешают. Но хочется верить. Блин, здесь бы, конечно, еще... О, надо было пушки еще сюда привезти. Надо было еще пушки сюда привезти. Хотя я не могу здесь поставить. Да, я пока не могу тут никакую оборону поставить. Ладно, пока будем планировать. Так, что нам... Ой, странно дорогу проложил. Так, давайте распланируем бананы жареные. Это главная еда для жителей на этом острове. Конечно, остров сложный. Тут сложно расставлять все вообще. Давайте, наверное, вот так сделаем дорогу. Даже... Так проведем, чтобы побольше места было. Так, значит, ставим склад здесь. Дальше. А, блин, я пока нету. Я не могу ничего распланировать, пока у меня нету первых жителей. Ну, здорово.
Ладно, пока так. Так, это мы тут обломки плывем подбирать. Там у меня еще не построился линкор, нет еще. Мне первый же линкор надо будет отправлять в Новый Свет, конечно. Потому что там этот пират меня задолбает атаками на мои корабли, плюс квест бабули надо выполнить. Так, возвращаемся сюда. Очень хорошо, мимо пиратов тут. И очень хорошо, что тут бабуля с пиратами воюет, так ведь? Да. Так, а как долго там? Блин, мне флагман даже еще не отправился. Да, это мы будем долго ждать прибытия. Что за мной? Кстати, а вот тоже квест. Так точно. Может попробовать его уничтожить? Не, линкор, я думаю, подожду еще. Если что... Хотя мог попробовать. Не, ладно. Так, есть. Можно ставить еще одну. То есть теперь корабли будут и сюда приставать. Это лучше для экономики. Так, здесь... Универ, нужно 40 окон. Лучший склад. Моему холсту кое-чего не хватает. О, не хватает. Так, а сколько их у нас? Я, по-моему, не достраивал консервные заводы, потому что у нас уже были... кухни. А, у нас уже был этот... что они там производят? Уже был гуляш. Сейчас он закончился, видите, консервному заводу начинает не хватать. Да, надо доделать кухню и консервный завод. Тут у нас будет окончательно эта цепочка сделана. Так, тут два склада у меня стоит. Что у меня с людьми, которые я могу в профсоюзы посадить? Тут улучшается производительность фабрики сигар и мельницы и снижается... Но к мельницам я не могу. Вот, кстати, это можно перевести в Новый Свет для фабрики сигар. Я просто не могу здесь профсоюз поставить к мельницам. Хорошо. Так, ладно. Здесь оружейный завод и завод тяжелого вооружения плюс 20%. Кстати... Можно. Целый день я здесь. Прячь бутылки. Вот у меня тут оружейный завод есть. Можно тут профсоюз организовать. Вот как раз вот так, если я поставлю. Это кто? Это бабуля. Я построила 1000 кораблей. Новым берегам. Я сдам тут квест. Успею, можно будет повоевать, стоя там. Так, пока в Старом Свете давайте закончим с профсоюзом. Посадим сюда этого чувака. Он работает на этого. Дорога каждая секунда. Сегодня вы сделали доброе дело. Так. Какие еще у нас тут предметы? Это работает на металлургические литейные цеха. Меньше производительность, но меньше не... Нет, это я не хочу. Поднять паруса! Ну? А, тут нету атаки у этого... Пути! У этого корабля. Здорово.
Хорошо, что я там не атаковал тут корабль, потому что у этого корабля нету атаки просто. Штурман. Уходим. В пути. К себе сюда. Ничего, никто нам тут не продает. Да, доски. Отлично. Корабль построен. Так, этот сразу отправляем. Внимание, адмирал. Сюда жернов передаем. В ратушу, вероятно. Кстати, ратушу можно построить в центре. Сюда еще досок. И уверен, кирпича. Все готово к печати. Выглядите прекрасно. Отлично. Публикуем, ничего нет не меняем. Навык? И корабль отправляем в новый свет. Кстати, а флагман мой уже в новом свете. Вы потеряли бонус влияния. Это я потерял бонус влияния от газеты, но нормально. Так вот, видите, флагман в пути. Он уже посередине пути у меня. Хорошо. Возвращаемся в старый свет. У меня линкор строится. Еще для одного линкора не хватает досок и... Ну, запустим. Хватает досок и пушек немного. Так, еще раз, что этот чувак тут у меня делает из профсоюза? Плюс 20% производительность для пушек. Хорошо. Это хорошо. Кстати, мы можем еще в других местах их покупать. Вот, например, у этого чувака есть что-нибудь для... Нет, у этого ничего нету. Зато тут квест какой-то мой можно взять. Мой замысел не включает вас. Блин, Гаспаров. Опять? Ура! Так, Грейвс какой-то квест хочет дать. Некоторых служение возбуждает. Ну же, марш! 20 тонн консерв и 10 тонн стекла. А Блейку 47 тонн дерева. Вполне, вполне выполнимо. И мадам Кахина какой-то хочет еще квест. Дело предстоит. Сообщите, как только закончите. Уничтожить две канали. Ну, у меня, короче, сейчас линкор еще построится. И будем выполнять эти задания. Так. Что-то у нас тут налоги немного подсели. Нам ром надо делать. О, шнапса не хватает. Я тут, по-моему, что-то останавливал, да? Да. Разбудите, можно когда запускать надо. Снова. Делаем все возможное. Так, шнапс запустили. Рубашек там не хватало, да? Я был услышан. Так, что там не хватает у нас для универа? Стекла. 40 стекол. Ну, сделается, сделается. Окон, точнее. Не стекол, а окон. Так. Рубашек тоже не хватает, так? И рыба минус одна. Шнапс минус один. Рубашки минус два. Рубашки запустим. Они у меня приостановлены. Так, рыбу, кстати, можно чуть-чуть просто увеличить производительность. Игра сохранена. Я думаю, этого будет хватать. Так. Добычу кирпичей, кстати, можно уменьшить. Я уже с кирпичами все окей у меня. То есть я уже и дороги построил, сталь пускай, да? Это так пускай. И сам с ремесленниками у нас, по-моему, ничего не увеличено, да.
Смотрим. Рыбы хватает. Шнапса хватает. Рубашек хватает. Угу. Колбасы и хлеба. Чуть-чуть не хватает. По-моему, у меня там был запас для колбасы, нет? Нет, уже весь использован запас. Сейчас вообще как по товарам. Колбасы маловато. Ну, опять же, не хочется всю продукцию уже делать. В новый свет не прибыл еще корабль. Так, клипер здесь. Нет, еще не прибыл. Ну, флагман уже практически доплыл, линкор уже плывет. Хорошо, будем новый свет улучшать. Пока не приплыл, давайте поставим цепочку колбасы и ну вот тут как-то место надо занимать. Не таким шаблоном, наверное, сделаем, правда. Фу. Так, давайте колбасную. Так, поставим и так. Здесь склад. И свинячная. Вот так, что ли? Потом здесь будет. Так, мясная лавка. Свинячная. Так получается, нет? И тут дару. А, нет, чуть ниже. Все. Так, одну пока поставим. Этой колбасы хватит. А с хлебом слишком много ставить, поэтому я просто увеличу на 20% производство пшеницы. Булок. И муки. Так, сделаем. Все еще не прибыл флагман. Где он там плывет, блин? Уже практически. Вот странно, что не... Корабль вернулся в порт. Отлично. Так, сразу везем доски сюда. И попытаемся фрегат этот уничтожить. Игра сохранена. Очень минус большой идет по деньгам, конечно. Так, а в старом свете вот этот... О. Тут вот мы подзабилья. Чудненько. Так, вот рыба. Появилась потребность в рыбе. Ставим.
Так. И сколько нам тут надо жителей для паба? 150. 150. Сейчас потребность в рыбе будет удовлетворена. Ладно, потом займусь. Флагман ждет указаний. Мы поднялись на новую ступень. Так. Внимание, еще сбрасываем. Адмирал. И организуем добычу жира. А, еще не хватает. Еще нет. Еще нет. Еще не хватает жителей этих хорналера. Перемирие окончено. Так, а почему тут перестал опять... Ну ладно, я все равно хочу их построить, но почему у меня чертежи тут опять не работают? И тут надо будет тоже дома строить. Тут, ну, очень неудобно. Тут куча дерева мне придется тратить. Да, кстати, добычу дерева надо еще организовать где-то. Что, открылось? Да, открылось, наконец. Жареные бобы. Прожарка бананов. А это надо рыбий жир. Так, 0,30. Сюда, сюда. Дальше плантации бананов. Тут. Тут. Корабль построен. Аккуратненько, чтоб вместились обе плантации. Ага, тут немножко неаккуратно будет. Ну и хрен с ним, ладно. Тут с такими тяжелыми островами на самом деле не до жиру быть бы живу, как говорится. Вы поднялись на новую ступень. Так, добыча бананов. Нам надо два рыбьего жира поставить. Так. И нехватка досок. Так, мне надо вообще доски, видимо, делать. Есть! Это все сброшено тут. Так, где этот фрегат уничтожать? Надо отправить туда его пока. Игра сохранена. Конечно, больше надо досок ставить, но... И просто не успеваю. Новая задача. Так, этот клипер пускай здесь будет, что в старом Вы свете. Вы поднялись на новую ступень. Так, тут у нас деревни, и хватает ли тут рыбы? Да, рыбы хватает, осталось паб им тут поставить. Жизнь так себе. Хорошо, но у меня минус 1000 денег пошла. Минус 1000.
Да, на самом деле я очень много трачу на содержание кораблей. Видите, минус 1000, собственно, содержание кораблей идет. Так, что, какие у нас тут квесты? Доски 47 тонн. Штурман! Надо доставлять. Корабль вернулся в порт. Там линкор прибыл. Так, 47 тонн. Досок. Раз, два, три. Потом 12 тонн консерв. И 10 тонн стекла. 10 тонн стекла. 12 тонн консерв. Все. Поехали. Что тут к нам ближе? Сначала доски доставим. Пути! Так, эти тут все возят правильно. Возвращаемся в новый свет. Тут у нас прибыл линкор. А здесь клипер плывет фрегат уничтожать. Так, с линкора сбрасываем доски. И жернов. Доски тратим на строительство жареных бананов. Бывало чё, хуже. Что они еще хотят? Пончо. Панчо. Вообще ром надо, конечно, тут в первую очередь. Часовня еще не открыта. Я этот остров заселял именно для того, чтобы ром строить и, соответственно, деньги с этого иметь. Так, поплыли к фрегату этому. Блин, я не успею, наверное. К сожалению. Из-за ветра, кстати. Если он так медленно плывет, потому что ветер не... неудачный. Так, сахарный тростник тут есть. Как у нас там... вообще, что для рома требуется? Просто собирать сахарный тростник и перегонку делать, да? Остров тяжелый. Просто тяжелый остров для строительства всей этой штуки. А вот давайте пока здесь это сделаем. Так. Строим плантацию тростника. Так, ставим. Почему же ты не злишься? Чё ты ко мне плохо относишься? Я ж хороший. I'm a nice person. Немножко попробуем здесь потом как-то торгать, поэтому я в эту сторону. Пожар. Блин, еще какие-то тут пожарные части надо делать. Так, где вспыхнул пожар? А, ну класс. Конечно же, там, где я не построил пожарную часть. Игра сохранена. Хорошо повеселились. Так, теперь это сдаем. В новом свете. Оглушительный успех! Блин. Дороги не проложил здесь. Вы меня очень огорчили. Да, не смог это задание выполнить. Так. Тогда... ой, там за мной уже выехали. Так, а где мой линкор? А вон он. Так, надо это объединить и тут с пиратом повоевать.
Внимание, адмирал! Торпеду запустил. Промазал. Корабль атакован. Куда разворачиваемся? Куда разворачиваемся? Принято. Флагман ждет приказа. Координаты приняты. Деньги уходят. Идем в конвое. Ну и где они в тумане войны спрятались? Координаты приняты. Конечно, вместо того, чтобы сейчас за кораблями идти охотиться, надо экономику поднимать. Ну, хотя бы, как минимум, в главном городе больше домов построить. У меня там есть задел для... У меня там есть задел, короче. А, универ построить, между прочим. Ладно, пускай охотятся. Я думаю, что я уже не... универ уже могу поставить, да. Сейчас мне будет требоваться очень много всяких ресурсов явно. Так. Потребности. Ко мне лучше в шубах. Не приходить. Спустя. Хороший пес. Так, теперь отправляем канонерки уничтожать. Линейная тактика. Задание от тюремщика. Я бы все отдал. Встретимся чисто, по ту сторону. Чисто на квестах от этих ребят выживаем, конечно. Пока. Так, что в новом свете? Вот, какое-то задание на самом острове у меня есть. Сфоткать что-нибудь? Помогите старику, por favor. Я бы не просил, если бы сам. 14 тонн древесины. То есть пока приостановим делать. Стоило попытаться. Доски. О, один из кораблей его уничтожили. Всем слушать адмирала. Отлично. Пожар нанес городу ущерб. Сними оковы со своего разума. Да, вернемся к своим островам пока. Идем в конвое. Так, что у нас тут? А, тут дерево еще нужно, блин. Я, видимо, это задание не выполню. Блин, еще и дерево надо. Ну, тут одна надо. 63%. Блин, ну тут нужен подход... Вот к этому, к месторождению золота. Так, видимо, вот здесь мы как раз организуем дерево-добычу. Так, сделаем. Одна вот эта штука обеспечит эти две ромные мастерские. Так. Поставим... Продажу жареных бананов. Если больше 30. И ждем, в общем-то, создания рома.
Что вы наделали? Ой, иди ты в жопу. Не одобряет он увеличение часов. От долга не сбежишь. Поверьте, многие пытались. Эти канонерки. А вон они. Так, начну с этой. А, так у него даже радиус обстрела. Он до меня не может достать. О. Вперед! Поднять паруса! Корабль атакован. Ну, стрелять будем. И... это, там народ между собой воюет. Не обращаем внимания. Так. Клипер у нас стоит, ждет создание Рома, чтобы начать его доставлять в новый свет. Тут дерева не хватает еще. Так, пошла. Знаете, я здесь запрещу использовать Ром. Вот так сделаем. Я не хочу, чтобы они его использовали. У меня весь Ром будет идти в новый свет, потому что там это намного больше денег будет давать, чем здесь. А вот часовню, кстати, поставить можно. Здесь, наверное, так поставлю. Сразу плюс 14, видите? Плюс 14. Ну, это не монет, это именно счастье плюс 14. Вы нас понимаете. Ну и панчо, чтобы перейти на следующий уровень. Следующий уровень позволит лам выращивать, соответственно, шубы. И, соответственно, переходить на следующий уровень в старом свете уже. Давайте тут дождемся, чтобы Ром 30 накопилось. Внимание, адмирал! Так, хотя, ну, флагман, наверное, стоит перебросить уже обратно. На мачту! Вот это я, пожалуй, на линкор передам. Флагман к вашим услугам. Да и торпеды, наверное, на линкор. Потом использую. Пойдемте вон с пиратами повоюем. Как раз тут ко мне плывут. Или мимо меня. Мимо меня. Ну, повоюем все равно. Так, какое тут задание? Прошу вас, мы нуждаемся, мы на вас рассчитываем. 14 тонн рыбы. А, любой провизии. Ну, посмотрим. Ладно, я тут дождусь 20 тонн рома. На флагман загружу, адмирал. Отправлю. А потом клипер уже сделаю постоянным торговым этим движением. Так, игра здесь сохранена. Пожарную тоже надо поставить. Так, а эти хотят 14 тонн дерева. Еще не накопилось, еще 5 тонн. Не, наверное, это задание все-таки выполню. Про экспедиции мы пока забудем, потому что у нас нету кораблей. Так, ну где эти пираты? Смотались. Давайте попробуем этот корабль поймать. И флагманом тоже.
наполнить паруса. Блин, я сейчас не успею привести те обломки. Вот это вот тоже проблема, постоянное переключение туда-сюда. Я убил канонерки, но, смотрите, он еле плывет к этим обломкам. Просто еле плывет. Мы заботимся так, друг о друге. Колбасы не хватает. У нас тут подготовлено. Все готово. Помимо прочих уважительных прозвищ, так, мы иногда редактируем. Называем вас главой. Во-первых, доход повышаем. Во-вторых, снижаем потребление. Авторская вольность. Это ваше решение. Сейчас ко мне немножко значит, ухудшится отношение, зато мы... О, видите, минус 4. По-вашему, это минус правильно? Минус 5. Закончили? Вы получили бонус к влиянию. Ну ты чё? Он просто встал даже. Я горжусь вами. В профсоюзе фабрика Понча минус 100%. То есть вообще фабрики Понча не будут требовать содержания. Ну если я профсоюз там построю. Нормально, нормально. Да не, я не успею. 46 секунд. Блин. Ну, что это, Ну, подплыви и забери. Почему я должен этой херней заниматься? Все, квест не выпал. О, 1500. Перемирие окончено. Уэн Харлоу может меня атаковать. Но у него, кстати, не так уж и много кораблей. Между прочим. Ой, ладно, не будем ловить, давайте уже. Вот так и становятся циниками. Загрузимся ромом и отправим. Видите, уже двадцаточка есть. Не, это хорошая чувиха, да. Минус 100% затраты на содержание. Отлично. На фабрике Пончо. Панчо. Надо запускать. Я уже сыграл все, что знал. И, в общем-то, фабрику Пончо можно делать. Просто где? Блин, реально так места мало на этом острове. Вот тут где-то надо. Вот сюда надо как-то провести дорогу через реку. Здесь фабрику Пончо организуем. Ну и профсоюз надо будет там поставить. Но опять нехватка дерева. Надо еще. Надо еще делать. Значит, ставим так. Я обязана помнить все. Что я тебе плохого сделал? Что ты сейчас помнишь обо мне такого плохого? Обязана помнить все. Так. Загружаем ром. Игра сохранена. И отправляем. Нет, какой район патрулирования? Отправляем в Старый Свет. Поехал. Так, здесь. Как нам организовать здесь фабрику Пончо? У меня включено. Кстати, режим чертежа включен. Сейчас надо думать, что там требуется вообще для фабрики. Шерсть альпака. Ну, одинаково. Шерсть альпака, фабрика Пончо. Видимо, две. Ой, ой. Что происходит? Звук, как будто что-то происходит. Нет, вроде все. А, пожар. У меня тут есть пожарная команда, ладно. Это не страшно. Так.
вот здесь организуем, значит, дорога. Так. Дальше. Сначала ферма альпака. Она 3 на 3, да? Так и так. Раз, два, три, четыре. Тут дорогу. Здесь склад. Здесь две фабрики пончо. Так. Еще альпашечная. Вот здесь. Ой, промазал. Так, пока для начала две сделаем. Так, и здесь. Так, наверное. Доски. У меня пока нету досок окончательно вот это все организовать, пока продолжаю делать план будущей моей швейной империи по производству пончо. Вам не избежать кары. Да ладно, нет, только не с ней война. Нет, ну почему? Ну блин. Ну почему с ней война? Ну что я сделал такого? Очень хреново будет, честно. Я бы с кем угодно воевал, кроме нее. Все, она мне объявила войну. Корабль атакован. Корабль атакован. Все, я прекращаю. Сегодня вы моя добыча. Прекращаю всякие выполнение квестов. Я просто буду терять корабли сейчас. А, это с Энн Харлоу. Слушайте, может и с ней перемирие попробовать заключить с этой вот опять. Она, по-моему, 20 тысяч хочет за перемирие. Придется побороться. А, 16, я соглашусь. Думаешь, это был шторм? Это пустяк. Потому что с пиратами воевать, ну нафиг надо. Мой взгляд устремлен в небо, поэтому пользуюсь. Прошу выдержать мой стиль. Фотографию это можно сделать. Игра сохранена. Блин, где тут квест мне еще предлагают? Вон. Агарок, разрешите эту сложную ситуацию. Композитор кланяется перед зрителем в театре Варьете. Повод для срочного праздника. Место использования келектор. Ну, это для зоопарка, видимо. Корабль атакован.
готов. Ой, блин. Вперед! Так, сколько у нас тут? Все, можно... Готовы к заданию. Клипер, лорд и леди, надо делать маршрут. Создаем торговый маршрут. Ром назовем. Новый свет. Отсюда грузим ром бочками. И в старом свете здесь выгружаем. Корабль, лорд и леди. Можно, кстати, и вторую. Она вряд ли будет использоваться, правда. Ну, а вдруг? Все. Сейчас едет, загружается. Так. Что прикажете? Наполнить паруса. Не, ну надо к своему острову плыть. Корабль вернулся в порт. Пути! Так, этот надо довести до своего острова. А, ну это, в принципе, доплывет нормально. Вперед! Так, тут надо ремонтный кран поставить. Что у нас? Мечтаю о большем. Начинает не хватать швейных машин. Че это? Где я их вообще делаю? Тут? Чего-то не хватает явно. Так, давайте мы притушим. Ботинки сносились. Производство пушек пока. И производство стали. Стальных балок, точнее. Так. Будите, когда надо. Думала, позже упадем. Да не, я думаю, что хоть этих хватать. Так, глина есть, железо чуть подзаканчивается. Ну сейчас оно будет больше делаться, потому что угля дофига, кстати. Нужно одно углежок остановить, между прочим. Нас закрыли? А причины нам можно узнать? И сейчас у меня припрет дофига бабок, потому что я удовлетворю спрос ремесленников на ром. Вот эти... Плюс 17 монет сейчас будет. Сейчас игра нормально сохранена. Покрыт. Так. Флагман пока тут ждем используем. Приказ. Пойдем в сторонку. Дальше линкор плывет тоже домой. Новая задача. Ой, стоп, это клипер. Пускай дальше плавает. Так, флагман в сторонку отведем. Рулевай. Этот тоже тут поставим. И еще один линкор строим. Так, маршрут по производству рома я сделал. Мне, значит, осталось шубы привезти. Взор заволокло для этого, блаженство. Для этого мне нужна шерсть, которая, опять же, в новом свете делается. То есть плантация хлопка. Хлопкопредельная фабрика. Ну, это, ребята, уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Тяжело. Тяжело, прямо скажем. Особенно вот то, что нам бабуля объявила войну, это
Очень неприятно, честно говоря. Видите, шансы на перемирие вообще отсутствуют. Просто. Это очень печально. Я тут буду брать квесты, но только в том условии, если они где-то тут рядом будут, могут выполняться. Это вопрос отлично. Грейвс что хочет нам сказать? Когда тебя одолевают. Это на твоей совести. И что у нас в новом свете? Да, тут в новом свете надо... Так, стоп, стоит у меня линкор, надо опять подводить к своему острову. Вперед! А там клипер торговлю выполняет, это хорошо. Так, здесь панчо, я думаю, что уже можно, да, 63. А где я его делаю-то? Их делаю, вот тут. Так, ферма альпака, панчо, ферма альпака, панчо. Две нормально будет. Это мы сейчас на следующий уровень перейдем. Ром мы отсюда вывозим. Время безжалостно к мечтам. Так, сделать фото. А какой он фото хочет? Что-то я... Маяк? Эй, там он, кстати, много денег даст. Логово Пежо. Мы делаем все ради искусства. 20 тысяч, нормально. Так, что нам надо для... А, на следующий уровень перейти, да? Получается. То есть, видите, я пока не могу шубы делать, пока я здесь не перешел на следующий уровень. А следующий так уровень это надо. Обеспечение пончо. Так, на будущее. Райончик еще. Тут я много дерева трачу из-за этих мостов, видите. Приходится. Ну, конечно, жить тут прикольно будет. Я бы в такой деревушке пожил. Тем более я всех работой обеспечиваю тут. Да, я же еще хотел тут профсоюз поставить. Для этой чувихи. Фабрика пончо минус 100%. Видите, не достает немного. Сколько тратится на содержание вообще? 15. Ну, вы знаете, прикол в том, что профсоюз будет стоить в содержании 50, так? А это каждое... То есть я буду тратить 50, но 60 не будет. То есть плюс, только в плюс 10 чисто выхожу. Я не думаю, что даже это было бы выгодно в итоге. Честно говоря. Ладно, я сейчас хочу просто перейти один домик следующего уровня построить и тогда уже закончить серию. Линкор готов. Так, что это тут плавает? Проверим старый свет. Моему терпению настанет конец. Сколько они пушек расставили? Уничтожить фрегат далековато. Спасите людей, но это уже поближе. А давайте флагман используем. Координаты приняты. И фрегат попробуем уничтожить.
Все еще пока не переходим на следующий уровень. Ну, пончо тоже можно поставить на продажу пока. Где-нибудь больше 30, если будет. Ну, вот здесь, на этой карте, в этом новом свете, не так часто происходят продажи. О! Итак, переходим на новый уровень развития. Тут у нас появляются Абрера. На новую ступень. Эпоха независимости. Вот на этом точно я заканчиваю серию. Спасибо, что смотрите, играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лучше. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!